Вчера дядя тут муравьев клевал. Вкусно, наверное. Ну-ка попробовать. Так. Ва. Вот в солнечную погоду пахнет березовым соком, ну не здесь, а там подальше, березовым соком, ивой, танином и хвоей. Ну и птички, голоса сразу заметны, какие-то незнакомые зимой, ведь мало кто там поет, синички иногда чуть-чуть попискивает, да, снегири. А сейчас всякие разные голоса, вот этого королька. Например, я сначала услышал, что незнакомый голос какой-то, стал искать. Он тут где-то в корягах, вот, маленький совсем такой. Ласточки прилетят в начале мая, потом соловьи, ну, и последняя иволга прилетает в июне уже. А так уже птичий народ собрался почти весь. В каком составе? Ну, первые прилетели цапли, журавли первые прилетают по снегу. Лебеди, так, из таких известных, это грачи, скворцы, трясогузки, они прилетают раньше. Ну, утки это такой особый, они не вылетают многие. Вот потом из него крышу вот так вот обстригаю, сколько надо. 2 года вон там кормушка висит с такой крышей, ничего не сделалось. И никакого вреда, что в лесу взяли, то обратно в лес принесли. За разговорами о череповецкой весне натуралист-любитель Сан Саныч Хлопотин решил провести небольшой мастер-класс по изготовлению его фирменной кормушки. Были мы в лесу, взяли там поделочный материал в лесу. Вот тростник на краю леса растет, вот веточки черемуховые. Угу. Черемуха, лучше всего черемуха, потому что она не ломается. Гнется. Да, или рябина. Если взять иву, то она будет хрусь-хрусь, плохо загибать этот плетень-то делать. Сначала клей надо немножко все-таки против. Так. А вы всегда по дизайну одинаково делаете? Или все-таки есть у вас какие-то разновидности? Ну, была вот, которая первую делал, она была на 4 палочках крыша. Mm-hmm. А вот мне что-то больше понравилось на 1 палке теперь. Это которая по центру, вот, да, то, что мы видели в лесу. Собственно. Фотографировать не мешает все-таки. Потому что я сделал тогда на 4 палках. Птица сядет, и как не фотографируешь, все это палка мешает. Я 1 палку вырезал, оставил на 3, она так сейчас на 3. Да и птицам, наверное, удобнее так. Ну, чем меньше препятствий, конечно, да, конечно, конечно, да. Вот мы сейчас видели, да, с вами кормушки со стеклом, там, да, полностью задраенные, что называется. Так вот, конечно, если тут 1 палочка посередине, птичка села, она все видит вокруг, ничего не боится, смело. И они вот эту кормушку больше всего любят. А здесь, в зеленой роще, конечно, вот были морозы по 30. Я ходил, у народу никого нету, 30 градусов. Ходил все равно. Ну, так тут семечки, сало, конечно, это их спасло, люди помогли. Ведь почему говорят, вот зима, значит, появились снегири, там синички, значит, зима. Да потому что в лесу стало еды мало, насекомых нет, и они перебираются в деревни, в город, и люди-то их спасают. Ведь потому вот в деревнях теперь стало зимой, если никто не живет, весной приезжают люди, а воробьев вообще нет. В прошлом году зима была такая, и снега мало было, да и оттепели частые. Так, может быть, это повлияло. Вот рябчиков я не видел, не перезимовали. Не эта зима, а вот предыдущая.
И в деревне было. Раньше было тетерева, выйдешь из дома такую, и можно было поснимать. А после той зимы приехал, слышу, атакует. Фотоаппарат взял, прихожу. Один только старый таковик. Попел, а никого нет. Так. Без снега им ночевать негде. Они же в снегу. А этой весной в зеленой роще любителей природы радовал глухарь. Нашу же съемочную группу встретил пестрый дятел. Он сначала прячется, потом, видимо, ему надоест. Сидит, залипнет на дереве, как у меня внучка говорит. Дедушка, он что, застрял там? А он так задумался что-то. Так дятлы здесь интересно. Люди почему-то любят вот яркие. Снегирь, дятел, все. А таких мелкие это там воробушки. Видел сколько раз так вот бабушка с внучкой. Вот смотри, воробушки. А там чечетки, например, гуляют, синички. Это все воробушки. Коллега пестрого дятла, дятел черный, тоже периодически будоражит местную общественность. Черный дятел-то, ох, тот долбинит. Когда на перекрестке люди идут, как он даст такую дробь? Все останавливаются, где кто такой? А он выбирает такую сухую, которая хорошо резонирует. И он так прицеливается, вот так. За полкилометра слышно точно. Ставим колышки. Ага. Раз в жизни поучаствую так. В процессе. На которые не лезут, молотком добавим. А, то есть их надо прям вот до... Ну да. Ага, я поняла. Так, ну теперь вот берем эту черемуху. Запах сразу идет, угу. Да? В ванну заходили... Там пахло, да. У меня они мокли, там лежали. А, их надо отмачивать предварительно? Да засохли они за ночь у меня на балконе. А-а-а. Я вчера нарезал их, а сегодня смотрю, они засохли. Подержать? Вот так, вот так. Раз. Так. И вот еще что. Надо делать обязательно нечетное количество вот этих колышков. Почему? А потому что если сделать четное, то следующий пойдет опять здесь же. А у меня раз нечетное, то они пойдут, смотрите, с другой стороны. Ага. И колышки не будут ломать. И тогда получается вот этот вот рисунок ваш знаменитый. Это надо нечетное количество. Ну, на глаз я тут ничего не размерял. Но вот тут... маловат диаметр окружности. Ага. Потому что, видите, вот эти не прижимаются некоторые. Вот так. Да, вижу. Вот. Это можно выровнять. Или колышки чаще ставить, или диаметр больше. Ну, семечки не выпадут. Ну, здесь главное, как говорится, дизайн. Да, скорее, да. Нежели чем функционал. Да. И птицам хорошо сидеть, они за эти... держится. По весне необходимость подкормки птичьего населения отпадает. Скоро и Сан Саныч уедет на лето в деревню. Но свои наблюдения натуралист-любитель продолжит и там. Летом уезжаю, я здесь не знаю, где что, какие гнезда. А в деревне, так мне ведь далеко ходить не надо. Тут на каждой сосне у дрозда гнездо. Под сосной... в земле. То ли это мышиная бывшая норка, то ли сама птичка сделала. Это вроде бы это пеночка, весничка. Ну вот двух веточек и хватит. Сан Саныч, а вы в детстве делали кормушки? Делал. Такие или более простые? Да как, ну в деревне там что-то, какую-то досочку нашел, если раньше ведь было досочку-то обрезную или какую-то строганную, и не больно ты найдешь. Давайте где... последний. Ой, сейчас шпагатиком все-таки завяжем. Вот, я говорю, что, наверное, стоит. И вот тут тоже. Вот они. Ага, вот сейчас завяжем. Так. Так. Руки у вас, конечно, сосуды золотые. Только дрожат руки. Вы знаете, у меня не дрожат, но толку от этого никакого. Так. Вот здесь вот. А вот это, да, сейчас все вместе тут свяжем, чтобы не торчало. Так, это
готово. Теперь где-то у нас... Вот с этим замечательным материалом. А, еще не все. Это основная теперь, да? Ой, нет. Да, все правильно. Так, ну так. Тоже, наверное, наклей, да, будем? Или не обязательно? А тут мы на саморезах теперь. Ага. Потому что она... Эта палка сырая, она еще высохнет. И будет слабо. Угу. Сейчас, где-то у меня тут саморезы есть. Так, просверлим дырочки. Можно, да, вот как-то тут так. Сейчас. Ну-ка. Ну, теперь не выпадет. Даже она и высохнет. Ничего тут не торчит, не мешает. Все. Так, теперь эту крышу. Так, ну тут все держится нормально, да? Да, не, здесь все хорошо. В этом сезоне хорошо попозировал мне черный дрозд. Тоже такой, вот там же, где дятел. Я два раза приходил, он и на снегу он тут сидел, фотографировал. Потом на сосну сядет и тоже спрячется, сидит и не шевелится. Фотографируешь, пока пленка не кончится. С осени видел, зарянка еще не первого, не успела улететь, уже было холодно, еще мне спрашивали, что тут заряны, что делать, птенец. Вот он потом улетел. Крапивника тоже там видел осенью. Тут он по канаве там прятался от меня. Ну, вот так еще осенью. Хохлатые синицы, гренадерки. Эти осени тут, ой, такие шустрые, маленькая. Ну, такая скандалистка тут, это на всех кричит. На крышу, конечно, лучше всего бы делать ее осенью, потому что осенью много есть материала, из чего можно сделать. Это можно льнотресту, например, взять. Она очень долговечная, с ней как хочешь загибай. Ну, лен теперь не сеют. Можно крапиву. Ну, тут, правда, в рукавицах надо. Крапива тоже долговечная. А чем плох весенний тростник? Так он зимой перепрел, перегнил. Вот я сейчас будем так и... Может, будет сыпаться тут, ломаться как-то. Привяжу и будем... Так его прямо ломать, да? Нет, ну он уже сломлен. Вот тут я держать, сейчас, да? Я привяжу. И буду ниткой делать обороты. И подкладывать следующие пучки. Ага, понятно. Потому что если все тут целиком, так вообще сложно. А теперь будем... Ну, вот. Главное, вот эти еще тоже нет. Угу. Вот эти надо не замотать. Да, вот теперь, Вера, вот, бери следующий. А можно не один? Так это-то ладно, вот, можно даже не один, наверное. Так, вдвоем-то так легче. Вот так, да? Ага. Вдвоем-то легче. Новую кормушку Сан Саныч подарил нашей заметочной команде, а мы, в свою очередь, отвезли ее знакомой многодетной семье из Бабаева. С Сан Санычем же прощаемся до лета. До встречи в деревне.